Раз. Так, всем привет. В общем, обещался это сделать несколько дней назад стрим с прогулочкой по своему старому миру, но не хочу я стрим делать. Поэтому пойдет так, позиция дня. Параметры. Ну ладно. Еще можно наблюдать, что версия 1.2.5 старинная. И вот чудо. Сейчас я не помню, когда я вышел. Начну я повествование, свой рассказ прямо с того момента, как я относительно того, где я нахожусь. Так, высокая нагрузка спала. Так. Сейф. Старые интерфейсы. Надо очистить. Вот. Вот так. Начну, пожалуй, рассказывать с этого шикарного инвентаря, который за время каких-нибудь работ можно было изучить в идеальных положениях. Примерно где, чего, к чему. Я, кстати, в этой сборке нету части модов. Паровозы есть. Для чего? Херово, что файла нету. В общем, Open Computers. Open Computers, Computer Craft. Тут у нас вообще ничего нет. Я так и не написал тогда туда ничего, никаких программ. Я хотел вот сюда табло вывести. Много чего интересного. Что-то я отошел от важного. Это вокзал. Это один из центральных вокзалов, который планировался для всей карты. Тогда Journey Map'а не было. Это, ну, довольно печально. Например, вот там вот можно видеть один завод мощнейший. Энергетический. Который, ну, запуск которого не потянет меня сейчас комната. Поэтому сейчас мы туда вот просто приедем. Пока можно порассматривать дизайн, который я тогда делал. Ну, он такой, конечно, печальный. Довольно таки, в общем, все упирается вот сюда. Я спрятал депо, которое должно было, ну, собирать поезда. Например, есть сигналы, можно выехать, нельзя выехать.
систему управления мы сейчас зайдем. Запрятан рычаг включающий, чтобы можно было выезжать, и она ему помогала. Рельсы заканчиваются везде вот здесь. Это я планировал уложить, вот тут немного срезано. Я не помню, куда оно шло уже. Там, по-моему, я думал, ну, какую-то базу строить, но забил. Так, где же здесь вход? Зайдем в тайную комнату. Это комната управления была. Тут она не до конца достроена. Вот я не помню, зачем я его закрыл. В общем, мы попадаем в управляющую комнату. Сигналы видно, провода. И вот можно видеть разрешение выезда с депо, например, в первый третий я включу, там был красный. Эта вот система, увы, не работает почему-то. Говоря, вот они, белый. Тут желтый, я не помню, что на желтый значит. Какое-то предупреждение. Водная развилка. Ага. Подносу. Ну, в общем, я не помню уже всю эту систему. Это как бы мир довольно древний. Довольно старый. Поэтому много чего интересного было. Кстати, мои схемы. Много всяких систем, переключающие. Кстати, флиппи-флоп вроде бы местный. Моего изобретательства. Довольно обширный, я уже знаю давно. Более компактные штуковины. Вылазим. Сейчас мы вылезем на балкон вокзала. Тут была другая система, еще одна. Она, о, видите, там загорелась. Сейчас четвертый путь 0. Так, из этих включала. Ну, в общем, пофиг. Это тоже навигация, можно заезжать, нельзя заезжать. Несовершенная. Я когда-то планировал все в компьютер-крафт свести. Кстати, не среднюю кнопку нельзя ничего брать, поэтому вывезем вот тут антенну. Кстати, ничего не делают. Так, что ж. Пойдем в город. Город тоже такая довольно интересная достопримечательность. Ты чё? Город возводил не я, его возводили эти жители специальные из мода одного, а, не помню, Майн Колони, вот. Это почти живой город, в части город-призрак. Майн колонии я убрал по причине того, что он грузил довольно сильно. Это вот шахтерская, тут шахтеры летал. Я убрал то, что он грузил сильно. Сейчас бы его добавить, да, и тут склад. Тут были подарки насечки, которые могли привезти, привезти. В общем, сейчас тут ничего нет. Это внешняя часть города, которую я построил. Тут я не помню, что такое. Свай. Подземная часть города.
Я не помню, зачем я ее так открыл. О, тут я, кстати, равнять хотел, тут проход. Жителей, я не помню. Мельница, кстати, тут обрабатывалась пшеница. Вышка охранная. О, кстати. Лесопилочка. Помимо лесопилки. Вот это вот. Это Nexus. На путь на Nexus, точнее, путь на утолку. Сейчас интересно, телепорт работает. О, работает. Вот мы наверху. Не закрытой системы управления. Когда-то не было воронок, поэтому все вот так вот строилось. Поднимемся внутрь. У нас вот такая вот ситуация. Мобы не спавнятся. А почему? Почему они не спавнятся? Не знаю. Так. Дорога закрыта. И, кстати, для выкидывания лута не нужно, который сюда забивается. Это подсветка. Ой. А, кстати говоря, у меня такая штука стояла. Это свет. Он включает освещение вот здесь. О. Видите, как лук сразу пошел. Для всех эта херня довольно больно работала. Тут были некоторые недостатки, поэтому. Сюда. Открываем дверь. Включаем спавн. Я тогда еще не дошел до всяких систем сигнализации. Таня, оно вот так вот немного ковяло. Ну, старался задизайнить как-то. Могу исполниться. Это, кстати, не единственная утолка тут. Панельки. Основной энергоисточник для телепорта. А других способов я не нашел нормально доставить. Что если есть, ладно, вырубаем. А. Вот так сделать. Как это будет, так сказать, из этого. Что за мод? Ладно, там энергия есть, и бросимся вниз. А, светильнички. Довольно простенькие. Ну, пока. Наибольший из ворот. Пошли, пожалуй, в город. Тропинки. Я не помню, я эти тропинки строил или родители его строили. Не суть. У нас дверь. На случай шторма. Какого-нибудь или чего-нибудь. Но я их использовал для контроля жителей, по большей части. Что мне иногда задалбывали гулять. Иди сюда. Какое-то здание, склад моего изобретательства. Мэрия. Зал для заседаний каких-нибудь. Столики. Это было обязательно. Кстати, видите, бежили. Честно, некоторые. Так, ну вот, пойдем дальше. Часовня. Должна была переключать время. Чтобы оно крутилось. Вот такой себе несовершенный механизм. Тут, кстати, должны стоять прелесть на гелике, чтобы расталкивать мобов. На всякий пожарный. Общий склад, припасов куча. Что-то такого. Свет. Три
А, свет он снаружи. Вспомнил, он. Во. Вот он что включает. Столовая. А, нет, это банк. Точно, банк. Тут только не хватает этих блоков обменников. Вот здесь вот стоял блок обменник. И не здесь, где-то здесь. Он позволял создавать, торговать жителями. Ну, не торговать, а вносить вклад в развитие этих жителей. Очень, кстати, полезно. Но строители, строители были, я не могу это все перестраивал. Это маленькая атомка, да. Контроль температуры. Проходим. Можно посмотреть, что к чему. Простейшее устройство. Я тогда еще не особо шарил в реакторах, но контроль тут есть. Можно ли, нельзя, это вот система включения. Как я ее тогда... О, она и включилась. Это не единственная энергосистема в городе. Так, у нас есть энергосистема еще вот такая. О! Вы только полюбуйтесь. А я не думал, что они тут. Ну, да не суть. В общем, это энергохранилище дополнительно, но вмещает в себя энергию основную. Так, две. Тут у нас панельки эти из реактора, они обязаны были выдавать энергию на редпауэровские механизмы по николитовым проводам, но я их так и не использовал. Тут у нас, по-моему, производители камеры. Так, а что у нас потушен? А, у нас, по-моему, сундуки полные, да. Движок. Можно потушить. Пускай. Пускай не крутится. Пускай сюда. Ну, меня такая табличку так и не почитал. Двери. Блокировка нижней кнопки. Это на случай, если нужно было. Видите, как отходит? Это неколитовский внутри. Включаем блокировку. И кликайте, не кликай. Все без того. Это сделано было для того, чтобы. Не успел. Ладно, сейчас отвлекли. Для того, чтобы вот отсюда нельзя было щелкать. Но здесь были жители жили, поэтому двери были постоянно открыты. Что ж такое элемент защитного механизма? Эта кнопка, я не помню. А, по-моему, она включала катушку. Кстати, проверим. Поставим какие-нибудь. Кстати, защитные турелька. Я хотел сначала использовать, ну, турет мод, но не получилось. Что у нас дальше? Тут уже 19 минут записываю, ну, долго. Тут у нас ферма, продовольствие, я не помню, это жители строили или я. Я любил всякого наводить тогда. Помню, что это. Одна на зомби. Тут у нас казармы. Я их переделывал немного, помнится.
Из опять там колония. На этом корабле как бы прибывают жители. То есть в начале игры тебе выдается специальный предмет, который ты используешь недалеко от воды. И в этой воде спавнится корабль вот такой. И спавнится несколько жителей с некоторыми ресурсами. Также выдается комплект для начального строительства, и уже из этого начинаешь развиваться. Я подумал когда-то, что город такой вот будет здесь вполне себе уместен. Так, это вот уже железная дорога. Не понял, вот здесь вот хотел расширяться, вот туда. Тут, кстати, по-моему, даже участок есть не доделанный. Потому что это вот мир тысячи. Ох, по-моему, уже нельзя это использовать тему. Фу, блин, эта сирена сработала вот здесь. И я пугался. Так, ладно, сейчас как-то можно заглянуть тебе. Или не та сирена. А, да, вот она сирена. Во, блин, я и забыл, что я такую ставил. Бродит, шатается. Так, это у нас вот метро. Кто там? Да, уходит. Кстати, два метро. Сейчас мы, пожалуй, не знаю, как там поехать. Ладно, сейчас мы вернемся назад. Город. О, система управления. Вот, кстати, питание. Ковидовская. Так, заходим вот сюда. Что тут у нас? Это дорога на базу. Другой вокзал. Поэтому, пожалуй, сейчас мы сгоняем. Сгоняем до вокзала. Ничего интересного. Я просто метро не показал. И, пожалуй, продолжим сейчас на следующую часть записи. Всем спасибо, всем пока.